И руководители частных детсадов, не покладая рук, готовятся к тому, чтобы соответствовать требованиям Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. И детей они смогут принять только после тщательных проверок. При этом владельцы заведений внесли некоторые коррективы. Так, большинство из них увеличили плату, обосновав это новыми карантинными расходами. А другие изменения видны уже с порога дошкольного учреждения. Согласно новым правилам, родителям вход в детский сад запрещен. Прощаться и встречать свое чадо они смогут на улице, перед входом в учреждение. В этом детском садике место пометили специальной линией. За эту линию нельзя. Разрешено это будет только в случае крайней необходимости. В одной группе должно быть не более 12 детей. В детсаду они могут находиться 7 часов. Большую часть времени рекомендуется бывать на свежем воздухе, там же желательно проводить уроки. А в это время вспомогательный персонал проведет дезинфекцию помещений. Гигиенизация se va întâmpla odată la 3 ore sau ori de câte ori va fi nevoie și lucrul acesta se va întâmpla atât până la venirea copiilor în grădiniță, cât și după plecarea lor. В этом саду для дезинфекции помимо специальных средств закупили и кварцевые лампы. Новые расходы – основная причина повышения цен за обучение. Este firesc pentru că numărul de copii se micșorează, iar costurile rămân și nu doar că rămân, dar ele se majorează, ținând cont de dotările și de costurile pe care le urmează să le suportăm. Новые правила действуют и в самих группах. Из-за уменьшения числа детей часть кровати использовать не будут. Остальные пометили специальными стикерами и установят на расстоянии друг от друга. То же самое уже сделали и со столами. Их расставили на расстоянии в 1,5–2 метра. Дети будут сидеть по двое. Таким образом, можно будет соблюсти необходимую дистанцию. Ограничить их полный физический контакт, конечно, невозможно. Они, как и раньше, будут играть друг с другом. Но, например, на улице дети из разных групп будут проводить досуг на разных территориях. Впрочем, после столь долгого перерыва родители готовы принять любые меры. Главное, чтобы ребенок вернулся в садик. Principalul este că copiii să înceapă a merge la grădiniță, pentru că noi părinții avem și noi serviciu, nu putem lăsa copiii singuri acasă, nu avem cu cine și copiii au nevoie de activitate. Малышам постараются создать условия, при которых передвигаться по зданию придется минимально. Так, например, уроки будут проводить в одном классе. К этим же столикам воспитатели будут приносить еду. Они, кстати, теперь всегда в помещениях обязаны носить маски и защитные экраны. В этом учебном заведении к масочному режиму решили подойти креативно и заказали маски разных цветов. Pentru fiecare 3 ore este o culoare anumită a măștii. Și s-ar putea întâmpla că fiind preocupat de activitatea de grijă față de copii, să uiți să schimbi masca. Și atunci un coleg care vede că dumneavoastră purtați masca albastră, iar eu port roșie și la ora respectivă e culoarea aceasta indicată, e sugerez colegului în mod prietenos să-și o schimbe. Частные детсады смогут принять детей после того, как пройдут проверки Нацагентства общественного здоровья и безопасности пищевых продуктов.